Здравствуйте, дорогие любители нашего канала. У нас жара стоит тут страшная. Мы с семьей, но вот наша семья, семья сестры и семья еще брата, решили на пикник поехать. Сейчас набрали вот мясо, как у нас говорят, на шашлычки. И поедем на Златибор. Златибор — это курортная зона. Здесь недалеко ехать. Что-то не знаю, минут 20-30 езды. Муж садится. Сейчас поедем, покажу вам, как они тут шашлычки жарят. Мясо купили, овощи купили, арбуз, самое главное, купили, нарезали, все. Поехали. Вы с нами едете. Ну вот мы приехали в лесок. Здесь много мест, где можно пожарить. Стоят столики. Мы выбрали возле водоема. В нем, конечно, не купаются. Он такой маленький, но в нем, по крайней мере, попрохладнее. То есть это все бесплатно. Здесь столики и здесь есть, и наверху, и беседочки. То есть, пожалуйста, жарьте, отдыхайте, убирайте только за собой. Но, увы, не все это делают, но мы за собой убрали, сразу говорю. Вот вам показываю местность. Такой лес, знаете, хвойный. Мне очень понравилось, хвойный лес. И самое главное, здесь нет клещей. То есть можно спокойно приезжать, не бояться, что, ну, как бы клещ вас укусит, какие-то проблемы будут. И я уже говорила, в Сербии нет комаров. Может быть, они есть, знаете, 1-2 пролетят, это уже прям трагедия. Таких, как в Сибири, комаров вообще нет. И мошек нет. Максимум, что там, не знаю, муравьи лазили, мухи летали. И все, вот этот вот водоем, он чистый. Вы не смотрите, что такая вода, это природная вода, он абсолютно чистый. Сюда химию не сливают, но там камушки. Не знаю, для чего этот водоем нужен, потому что он где-то по колено и весь в камнях. Но смотрится симпатично, и вода достаточно холодная. Лично мы там пиво охлаждали, говорю по секрету. Вы видите, несколько очагов, вот несколько делали людей здесь, ну, по-моему, аж 3 очага нашла, 1, 2, и там, где мы, 3 очага, где делали шашлыки, так называется, барбекю. Мне понравилось, очень интересно, конечно, своеобразно. Вот мой маленький мальчик, 34 лет, вот делать нечего, мужчина до 40 лет еще, дети. Полез в этот водоем, ноги болят, там очень острые камни, ну, деточки же хочется поиграть, но скучно в 34 года. Но сказал очень хороший, я туда, естественно, не полезла, вода такая прохладненькая, стоять приятно. 2 рака выловили, так прикольно было, первый раз видела. Это я вам показываю, как все-таки в Сербии жарят шашлыки. Смотрите, никакого мангала, они вообще, если честно, не знают, что такое мангал. То есть это все на решетке делается, ну, как бы, как и у нас, на углях делается, но делается на решетке. Ну вот видите, куда приспособили, так и жарят. Мясо не маринуется. Мы уже покупали вот такое готовое мясо, разное-приразное. Здесь и свинятина, и свинина, и, по-моему, говядина, и курятина. Ну, короче, все. Здесь интересно было курятина, которая в беконе была обвита. А я вам показываю, что в Сербии с курением проблема. И, естественно, все кидают. Ну, правда, здесь мусорок нет. Может быть, правительство само виновато, что разрешает отдыхать, а мусорки не поставили. Я не знаю, но так как сербы очень много курят, естественно, они покурили, тут же бросили. Это мне не нравится в Сербии. Вот это свинство есть, оно небольшое. Но мы все-таки такая русско-сербская бригада была, поэтому мы за собой все убрали. Нет, у нас мужчины молодцы, у нас мужчины все-все-все убрали. Вот я еще раз показываю, жарил мой муж, потому что я уже вам говорила, он барбекюшником 6 лет работал, и на всех вечеринках, на всех пикниках жарит мясо только он. И
еще одну диточку. По-моему, 32 или 33 лет, а может 31, не помню. Это брат, вот тоже играет диточка. А это вот такая вот вкусняшечка получилась. Вот такой вот у нас небольшой пикничок. Смотрите, мясо такое, муа! Прям через экран скушать охота. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте обязательно на колокольчик. Будет еще много-много интересного. Надеюсь, вам понравился наш пикник. Такой мини-мини обзор для вас. Я вас всех люблю. Пока-пока. А вот эти красавцы мои родственники.